Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. До 15 апреля 2021 года принимаются заявки на участие в фотоконкурсе Creative Photo Awards. Это проект Siena Awards, посвященный оригинальности, экспериментам, воображению, поощряющий творческое использование фотографии во всех ее формах, включая абстрактные и концептуальные идеи. Открыт для всех фотографов, бесплатен. В этом конкурсе каждый волен использовать любую технику. Учитывается только оригинальность, только конечный результат. Организаторы пишут: мы нарушаем все правила и хотим, чтобы вы нарушали их вместе с нами, создавая новые тенденции в искусстве. На конкурсе масса категорий и шикарные призы. Победителю будет присвоено звание «Творческий фотограф года», а также он получит хрустальную статуэтку Panja Prize во время церемонии награждения, которая пройдет осенью 2021 года в Сиене.